Друзья, всем огромный привет! А вы выкидываете контейнеры из-под яиц? Если да, то посмотрите это видео и больше не будете выкидывать. Самый обычный, самый простой контейнер из-под яиц. Сейчас мы из него сделаем отличный клей. Для этого нам понадобится ацетон, пластиковый стакан, помещаем все это дело в ацетон. И как видите, у нас целая упаковка из-под яиц поместилась в маленький стаканчик. Единственное, что не растворилось, это была этикетка, остаток этикетки от бумажка. Получилась вот такая вот масса. Давайте попробуем склеить картон, прям не отходя от кассы. Вот так. Я думаю, это достаточно будет. Оставляем. Также склеим деревяшку. Попробуем склеить резинку между собой. Резину. Сам не знаю, что получится. Резину ни разу не клеил таким составом. Ну, будет вот интересно посмотреть. Ну, я так прям жирненько намазал, конечно. И оставим. Ничего не буду сжимать. Многие писали, склеит ли между собой металл. Я очень сомневаюсь, что будет клеить металл. Но, тем не менее, раз уже есть раствор, давайте попробуем. На металле он и не очень хорошо держится. Я думаю, это бесполезная трата времени с металлом. Ну, раз просил народ, народ требует, нужно делать. Ну и вот так вот оставим тоже сохнуть. Положено так вот, чтобы не испачкать верстак. Ну и все, оставим это высыхать на 24 часа. Итак, друзья, прошло у нас 8 часов, не стало ждать 24 часа. Все уже высохло. Ну, опа! Металл, конечно, клеить не будет. Здесь, что говорить, но он еще внутри не высох на самом деле. Но металл есть металл. Для металла все-таки нужны другие клеи. Так, что у нас с резинкой? Резинку тоже плохо клеит, как видите. Я думаю, только для дерева будет хорошо и для бумаги. Да, бумагу держит хорошо, отрывается только бумага. То есть для бумаги будет супер. Ну и думаю, для деревяшки. Сейчас мы проверим. Так, сейчас прям к столу прижмем струбцинкой. Как видите, на излом специально делаю. Возьмем баклаху 5-литровую с водой. Ну, она на ура держится. Тут она крепче. Да ты чё, смотрите, вообще-то отрывается.
Да нифига себе, тут можно... Смотрите как. То есть, кто бы что ни говорил, для дерева, для бумаги, для картона клей просто супер. Сами видели, прям ломается вон как. То есть, держится мертво. И причем это не зажималось, ничего, это просто приклеилось. Как видели, без каких-либо зажимов просто было приклеено. Я специально по бокам размазал, чтобы можно было это отделить от стаканчика и посмотреть, как он, что он из себя представляет высохшим. Ох, там еще внизу не досохло. Как видите, форма стаканчика. Но он хрупковатый. Ну как, наверное, любой суперклей тоже будет хрупким. Друзья, делаем с вами выводы, что пустые коробки из-под яиц и лаптей выкидывать не нужно. Хорошо пойдут для высклеивания бумаги, картона, деревяшек, ну и различных видов материалов, которые хорошо в себя впитывают. Друзья, ну я надеюсь, что вам ролик был хоть чем-то кому-то интересен. Друзья, ну как понимаете, что сам лоток из-под яиц был сделан из полистирола, я специально показывал аббревиатуру PS, это есть полистирол. Рабочий клей выкидывать не надо, так что можно сделать на быструю руку хороший клей. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Вам желаю всем крепкого-крепкого здоровья, всех благ, ну и всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.